Большой привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас обзор находок. На этой неделе я была на барахолке в субботу, и в субботу тоже я была в обычном Гудвилле. У нас здесь недалеко от меня, на Халландели, где я давно уже не была, кстати. Вот. И сейчас я хочу вам все это показать. Но прежде чем мы начнем, хочу похвастаться своей обновкой. Я ее не нашла на барахолке. Мы сегодня с дочкой с моей ездили в молл и совершили кое-какие покупки. Я для себя купила вот такую замечательную голубую рубашку. Это 100% лен. Обалденное качество вообще. Эта рубашка размер large, но она oversized. Но я ее планирую носить. Снизу у меня вот такая черная, просто обычная майка. И вот здесь буквально на одну пуговичку, на две застегиваешь это все. Очень классно. Цвет такой. У них были белые такие, черные, но мне именно захотелось синее, потому что нереально красивый цвет. Мы купили это в магазине H&M, и эта рубашка стоила мне $35. Майка, очень крутая, качественная майка, мне обошлась в 7,99. Еще я купила себе еще одну такую майку, футболку. Кэтрин, мы купили пару футболок, носки, в общем, еще там в других магазинах. Мы просто давно уже нигде не были, сегодня решили мы выехать в молл для того, чтобы подготовиться, скажем так, к нашему отпуску, который мы будем, поедем через неделю. Через неделю мы уезжаем в небольшой отпуск и, скажем так, прибарахлились немножко. Окей, все, хватит. А лично давайте теперь, кстати, про личное видео. У меня новое вышло на канале, в моем канале влогов. Там из таргета у меня видео. Если что интересно, переходите. Ссылка в описании есть на мой второй канал. Так, начинаем. Вот эту вещь я нашла в обычном секонд-хенде. Фирма называется We The Free. Free People. Это размер medium, но, как вы уже поняли, что у Free People у них все oversized. У них extra small налезет на размер large. Вот такая вот oversized, даже не знаю, как это назвать, то ли свитер, то ли блузка. Такие всегда у них красивые рукава. Но просто, я думаю, так вы не наденете, потому что она, ну, прозрачная. Поэтому под низ тоже какая-нибудь, возможно, вот такая вот тэнк-топ, либо какой-то, знаете, спортсбра и так далее. И пошли гулять. Так, Эйлин Фишер у меня есть здесь. Размер экстра лач, просто обычная с длинным рукавом женская, вот такая вот кофточка. Эту вещь я находила, наверное, неделю назад. Но я ее показываю только сейчас, потому что она у меня лежала в пакете со стиркой. Фирма называется Cohart 4 Extra Large. Обычно такая мужская, как водолазка получается. И у вас на рукаве написано Cohart и логотип этой фирмы. Такая отличная вещь. Такую я планирую выставлять долларов за 30. Так, сейчас я вам показываю все, что я нашла на барахолке. И в конце у меня в отдельном пакете все, что я нашла в секонд-хенде. Так. We the free, free people. Размер extra large. Так странно, вот то, что я показывала, это был medium размер, а вот это extra large. Почему extra large меньше medium, я не знаю. В общем, вот такая вот замечательная женская кофточка. Размера extra large. Я еще раз посмотрела, чтобы быть уверена, а точно это extra large? Так. Кстати, у нас небольшой, как сказать, праздник. 14 тысяч подписчиков. Вот так вот. Спасибо большое, что меня поддерживаете в моем бизнесе, в моем хобби. Смотрите меня, ставите лайки, пишите комментарии, если даже я не отвечаю. Но в любом случае я пытаюсь в комментарии ставить сердечки. Я их читаю, и в любом случае их читаю каждый день, но не отвечаю. Так, это мужские шорты. Фирма называется American Eagle. И сейчас я вам показываю эти шорты. И что я замечаю? Замечаю, что вот здесь вот на кармане немножко
есть дырочки. Так, решила подобрать Victoria's Secret Pink. Я давно не подбирала эти вещи. Раньше у меня было очень много Victoria's Secret Pink, размер medium. У меня раньше очень много было вот таких вот всяких пуловеров. Где-то года два назад я их перестала. Сначала они продавались, потом они перестали у меня продаваться, и я перестала их подбирать. Но почему-то вот этот мне очень так понравился, я решила его взять, потому что он здесь вот как бы tie-dye такой, сзади на спине у вас такая огромная надпись. Я думаю, что вот этот у меня продастся. Еще и карман есть. За 20-25 долларов я планирую это выставить. Так. В прошлом видео, смотрю, вам понравились мои собаки. В конце видео возьму их, чтобы они вам передали привет сегодняшний. Фирма Woolrich, размер large. Woolrich. Такой вот просто full zipper. Full over sweater. Не знаю, как это назвать. Не знаю, даже женский, мужской. Я думаю, что это женский. Чем-то похоже на North Face, только фирма Woolrich. От Woolrich я находила, наверное, всего три вещи. Это третья. Так, дальше у нас фирма идет Offline by Aerie. Два раза я уже находила эту фирму и продавала достаточно быстро. Это размер extra large, такие вот леггинсы такого оливкового цвета. Мы сегодня, кстати, заходили в этот магазин Aerie. Мне, честно, очень нравится этот магазин. Мне нравятся у них вещи такие хорошие, качественные. Вот такие более, знаете, молодежные, но я даже присмотрела там себе кое-какие шорты, такие просто летние пляжные шорты, и так, тоже такая легкая рубашка. Но Кэтрин, мне ничего не нравится, пошли быстрее отсюда. Ну, это у нас обычная история. Я была даже удивлена, что мы сегодня купили несколько вещей в других магазинах. Обычно мы все обойдем, она меня попсихует и скажет, все, поехали домой, мне все бесит. А сегодня она даже набрала себе вещей 10, если не больше, сама пошла в примерочную, это для нас огромный прогресс. Все перемерила, и оттуда из этих 10 взяла только 2, но в любом случае взяла. Так, Fabulously Slimming by Chico's. Первый раз вижу такую фирму, обычно, вы знаете, я подбираю Chico's, Weekends by Chico's, но здесь что-то новенькое, Fabulously Slimming by Chico's. Это просто обычные леггинсы, черные просто леггинсы женские. Они даже как новые. Здесь, видите, даже из этикетки что-то осталось. Размер 2. Размер 2, я думаю, это примерно как размер large, extra large, скорее всего. Я не знаю, я запуталась в этих Chico's размерах. У каждой фирмы свои размеры. И попробуй разберись, как говорится. Так, вот снова Chico's. Это уже называется Weekends by Chico's. Размер 1. Это такой вот женский кардиган с зеброй, расцветка зебры. И на замочке у вас это идет на замочке. Так, давайте посмотрим. Вот такая вот красота. Вот этот, я думаю, точно medium размера будет. Нашла пару вещей, пару футболок от фирмы Superdry. Размер large. Superdry, я люблю подбирать эту фирму. Она маломерка. Вот это мужская, размер large. Наверное, на американский это будет размер medium. Так. Взяла для эксперимента, нашла вот такую вот майку. Не знаю, что за фирма. Здесь все стерто. Но она вот такая вот графическая. Вот майка, написана Santa Cruz. И сзади тоже у вас также Santa Cruz. Это, видимо, просто какая-то сувенирная майка с Santa Cruz. Что-то типа того. Не знаю, посмотрим. Решила взять попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, здесь у меня Lauren Ralph Lauren размер large. Женская вещь такая, просто с длинным рукавом. Сегодня, кстати, мы проходили отдел Ralph Lauren, мужской отдел в магазине Macy's. Там у них мне так понравилась одна такая худи с этим медведем. 199 баксов она стоит. Я посмотрела вещи, у них реально хорошие, крутые, качественные вещи. Но цены, конечно же, да. Поэтому что-то я слишком дешево продаю Ralph Lauren. Здесь у нас что? Еще одна от Superdry. Это размер уже 2 extra large. Тоже мужская футболка. И вот это 2 extra large, наверное, будет как large. Да, она как на размер меньше, на американский, если видите. Просто простая такая серенькая футболка. И здесь у вас написано сбоку лого Superdry. И также вот здесь вот есть логотип на
другом языке. Здесь я взяла Nike Pro, размер medium, женская полка для тренировок. Так, что я здесь нашла? Вот что я на спине нашла. Вмятину, это не дырка. Но как будто, знаете, утюгом кто-то решил погладить, но такой утюгом нельзя гладить. И вот так вот здесь немножко прижалась. Но она не рваная, она нормальная. Так, здесь у меня есть Lamborghini, Polo Short Lamborghini, размер large. Lamborghini, такая вот мужская Polo Short. Здесь у нас есть логотип Lamborghini. И сзади также видно, есть логотип и еще что-то написано. Италия, Сантагата, Болонейсе. Не знаю, что там написано. Так, говоря о Polo Short, вот он, что я нашла от Polo на барахолке. Polo, размер large, худи, обычная черная худи, женский худи, и просто замочек, и просто вот ваша белая лошадка. Ничего особенного нету. Есть даже замочек еще в этикетке. Polo Ralph Lauren. Еще мы проходили в магазин на Michael Kors. И так интересно, когда ты ходишь по вот этим, знаешь, молам, по бутикам, по всем, они так все, витрины красивые, вот эти запахи, все дорого-богато. Так, этот Michael Kors там 200, 300, 400 баксов. Потом ты приходишь в секонд-хенд или на барахолку, и этот Michael Kors просто никому не нужный валяется. И я даже его не подбираю, потому что его никто не покупает. Парадокс просто, да, какой-то? Нашла на этой неделе две вещи от фирмы Spanx. Одна из них на барахолке, фирма Spanx. От Spanx до этого я находила такие, знаете, утягивающие шорты женские, парочку. А на этой неделе мне повезло, я нашла что-то новенькое. Это какие-то, знаете, что-то леггинсы, леггинсы-джинсы, потому что, сзади, видите, у вас есть карманы. Это размер Extra Small Tall Petite. Тоже они, конечно же, утягивающие. Такие, я думаю, долларов за 30 я смогу выставить. Здесь у нас Quicksilver, размер medium, мужские шорты. Мне кажется, это лен. А ну-ка, давайте посмотрим, где у нас здесь написано что-то. Все, я постирала уже, у меня уже все подготовлено. Нет, это 100% хлопок. Все постирала, все чистенько, все пахнет свежестью просто. Все привела в порядок. Вот, да. Смысл бизнеса и есть в том, чтобы находить и из этого потом приводить в порядок и делать конфетку, как говорится. Так, здесь у нас J. Crew Outfitters, размер large. Видите, J. Crew. И если вы видите две точки или там три точки, это значит Outfitters. Outlets, значит, где более такие дешевые вещи продаются. Уцененные, распродажа, в общем. Вот такая простая женская майка. Спереди у нас такие блестяшки. И сзади просто простая майка. Так. Так. На барахолке я подобрала вот такую книгу за 75 центов. Новая такая стоит 16,95. Даже здесь есть еще цена осталась. Книга как новая просто. Я ее взяла не на продажу, я взяла ее для себя. Мне интересна эта тема, возможно, кто-то подумает, что я какой-то сумасшедший человек, но мне эта тема интересна, и я хочу ее изучать. Астрология. И здесь про всякие планеты, про знаки зодиака и так далее. Мне это интересно, я хочу это читать, узнавать. Кому не нравится, тому не нравится. Мне нравится, мне интересно, и я этим хочу заниматься. Нашла для себя новый блокнот. Я его засунула, так бы с меня взяли 75 центов, но он даже паунда не весит. Я его засунула к себе в тряпки. Короче, заплатила по нему по весу. Абсолютно новый, просто обычный блокнот. Я его взяла для себя, потому что мне нужен блокнот новый для того, чтобы... В общем, что я делаю? Я, как говорится, old school, старая школа. Продажи свои я каждую неделю я выписываю их у себя в блокноте. У меня есть старый блокнот. Каждую неделю я выписываю, что я продала,
с какой прибыль с этого и так далее, подсчитываю общее количество вещей проданных, общую сумму заработка и так далее. Я знаю, что там можно все делать в компьютере, это все можно делать в Excel, намного проще, но мне нравится. Я не знаю, почему мне нравится. Я на работе у себя дню 40 часов в неделю занимаюсь и Excel, и компьютером, всем-всем-всем. А вот в магазин мне почему-то нравится именно писать, выписывать, все это как-то подсчитывать. Не знаю, почему я получаю от этого кайф. И вот у меня новый блокнот, короче. Нашла сумку. Как это мне так повезло в барахле что-то выхватить в этот раз. Это сумка кожаная. И фирма называется... Вот она, как называется эта фирма. Fossil. Вы знаете, что эту фирму я уже много чего подбирала. Это просто получается как crossbody bag. Или shoulder bag. Сзади у вас есть карман. Хорошая, качественная кожаная сумка. Я продавала несколько сумок уже от этой фирмы. Кошелечки продавала. Вот у них, вот здесь у них есть логотип. Ключ такой классный. Вот такая сумочка. Я думаю, долларов за 40, за 50 я смогу продать. Хорошая, качественная. Никаких, ничего я плохого в ней не вижу. Не знаю, почему люди ее не взяли. Ну, так же, в принципе, как когда я нашла Гуччи, помните, где-то пару месяцев назад лежит себе Гуччи, а внутри просто порван подол, поэтому они решили ее выбросили, не думая о том, что эту сумку можно за 1000 долларов продать. Все равно у меня до сих пор лежит где-то там. Так, это Brooks Brothers, Made in USA. Такая вот фланелевая мужская рубашка, это размер medium. Взяла ее потом, потому что как раз-таки, да, что она фланелевая, потому что расцветка. Если бы была такая же простая, просто белая, размер medium, я бы не взяла. Только вот из-за того, что она из-за стиля. Значит, вот такая вот классная вещь. Это переди. Спереди у вас таким образом сделано. А сзади у вас открытая спина. И фирма называется Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch Extra Large, женская, вот такая вот замечательная кофточка, очень красивая. Кстати, в этом молле, в который мы ездили, там не было Abercrombie & Fitch. Нашла вот такие вот брюки, это 100% лен, вот такая вот интересная расцветка. Они как обтяжки, что ли, получаются. Есть у вас здесь и карман, и завязочки. Фирма называется Venti 6. Venti 6 – это вещь 100% лен, и эта вещь сделана в Италии. И я посмотрела такую фирму, люди продают за 35-40 долларов. Я имею в виду уже использованные вещи, не новые. Также нашла абсолютно новую вещь с этикеткой, такая детская, polo shirt от фирмы Grey Sun. Абсолютно новая с этикеткой для гольфа, я так понимаю, потому что здесь такой символ для гольфа. А вот здесь есть логотип, называется Yacht Scarlett Polo H6, и она стоила 80 евро. 80 евро, и потом она валяется просто на свалке, понимаете? Поэтому я ее взяла. Доллара за 20 можно продать. Я не могла пройти мимо вот этой вещи. Это Jenny and Jack Сан-Франциско. Это детская вот такая вот шубка. Она мне так понравилась. Вот эта брошка, она к ней была прицеплена. Но эта брошка не от нее. Эта брошка совсем не от нее. Сейчас мы брошку отдельно посмотрим. Вот такая вот шубка детская. Она мне так понравилась вообще. И здесь пуговички красивые на 5-6 лет. Такая красивая вещь. Я иногда детские вещи подбираю, когда я вижу, что они какие-то хорошие, красивые, либо качественные, необычные, то я их подбираю. Так, а вот здесь вот такая брошка была, посмотрите. Ну, а здесь нет никакой ни фирмы, ничего. Никакого обозначения. Вот она как сзади выглядит, видите. Просто блестящая такая брошка, красивая очень брошка. Окей, это все я вам показала, то, что я нашла на барахолке. И теперь у меня есть пакет с обычного секонд-хенда. Сейчас мы с вами все это посмотрим. В обычном секонд-хенде я нашла вот такую вот маленькую, я даже не знаю, что это, как бы шкатулка, то есть, то ли что, 2 доллара она мне всего стоила.
Да, внутри она сделана как шкатулка, как будто бы, знаете, от нее еще была такая крышечка, которой нету. Я ее взяла на столе, мне просто так она понравилась. На столе как декорации, как декор сделать. Сюда, возможно, маленькую свечку какую-то засунуть, может быть, какие-то камушки, как-то ракушки, что-нибудь для красоты. В общем, она мне очень сильно понравилась, и я решила ее взять за $2, почему бы и не взять, не правда ли? Давайте теперь смотреть шматье барахло. Я немного купила в этом магазине. Сейчас вам все покажу. Еще все с этикетками даже. И здесь вы как раз таки сможете увидеть цену. Цены, конечно же, в обычном Goodwill кусаются, скажу честно. Так, вот это у нас футболка стоила мне $6. Это фирма называется Lululemon. Такая вот мужская футболка. Я думаю, что это размер примерно extra large. Как понять, что она мужская? На мужских футболках у Lululemon всегда есть вот такие вот три линии. Три линии. Очень часто на мужских футболках, допустим, которые без шва, вот здесь вот есть три линии. Здесь же у нее эти три линии сбоку. Такой, кстати, я ни разу не видела футболку от Lululemon. Такая интересная вещь. Дальше. Это у нас Tommy Bahama, размер medium, $7. Кстати, эту футболку от Lululemon примерно я буду продавать за $30-35. Вот такая вот футболка, размер medium. Парочку футболок такие от Tommy Bahama я уже продавала. Хорошая, качественная. 100% хлопок. Я ее планирую выставить за $25, как минимум. Так, еще одна вещь от фирмы Spanx за $6 мне обошлась. Это размер large. Вот такая вот, получается, что-то шорты. То есть шорты в шортах. Они как новые прям. Внутри у вас обтягивающие шорты, а сверху вот такие вот простенькие шорты. Сзади у вас есть карман. Слушайте, мне кажется, это вещь новая. Этикетки-то, ну, не завалялась случайно? Нет, этикетки нет. Такая вот юбчонка, такую я выставлю, я думаю, доллара за 30, за 35 даже, не знаю. Так, это детская вещь. Она тоже в отличном состоянии, тоже как новая. Посмотрите, обратите внимание на этот логотип. Видите? Значит, эта фирма называется Eviva. Это от Lululemon, скажем так. Это дитя, ребенок Lululemon. В общем, эта фирма, у них детские спортивные вещи. У меня уже была такая вещь от этой фирмы. Даже две, извиняюсь. Одни леггинсы, они до сих пор у меня есть. И юбка для тенниса, она у меня продалась. А здесь получается у вас такая спортивная майка, то есть внутри у вас, а нет, в принципе, да. Не спортсбра, это просто майка такая, то есть она полностью у вас такая ее длинная, и сверху вот такая вот голубая. А в идеальном состоянии просто, $6 она мне обошлась, я выставляю как минимум за $20-25. Так, здесь у меня фирма Carhartt, которая обошлась мне $7, размер extra large. Мужская рубашка с коротким рукавом, такая вот в клеточку, карман, на кармане у вас есть логотип. Эту рубашку я буду выставлять, сейчас видео сниму, буду все это фотографировать и уже буду выставлять. Так, ну я думаю, долларов за 30 я точно буду выставлять. Нашла такие необычные шорты, это Polar All Florin, это размер medium, я за них заплатила $8. Кто-то такие же шорты продает за $40. Они такие прям реально необычные. Есть карманы спереди, и сзади один карман у вас есть. Такие вот необычные мужские шорты, вот поближе есть, присмотреться всякие, видите? Polar Bears какие-то, всякие разные игры, что ли, с медведями, я не знаю. Так, это я показала. Здесь у меня еще есть рубашка от фирмы Tommy Bahama. $8 она стоила. Extra large. Это 100% хлопок или здесь у нас? Нет, это лен. Лен. 100% лен. Вот такая вот замечательная рубашка на лето. Супер просто мужская. В отличном состоянии. Эту рубашку я буду выставлять долларов за 35-40. И здесь вы можете увидеть логотип. Такие новые рубашки стоят больше $100. Но они хорошие, прям качественные. Но мне моя из H&M за $35 тоже очень
очень нравится. Нужно было еще белую взять. Но белое у меня что-то было похоже. Мне именно вот захотелось синий. Там еще были такие же синие шорты. Надо было их тоже брать. Ну да ладно. Так, это показала. Все, последние вещи у меня получается. Не густо, конечно же, я на этой неделе затарилась, но в любом случае мне хватит для того, чтобы выставить вещи на неделю. По 10 вещей я выставляю. Еще одна вещь от Томми Багамос, она мне обошлась в $7. Размер лач. Надеюсь, это рыбка логотип. Это мужская поло-шорт, просто обычная поло-шорт. В отличном тоже состоянии. Там было больше Томми Багамос, хороших таких больших размеров, шелковых рубашек, черный. Но они были какие-то потертые. Прям потертые-потертые, что я даже не захотела с ними как-то связываться. Потом, если вы смотрели мое видео из секонд-хенда, или я его еще не выставляла, не знаю, там я нашла рубашку от фирмы Untucked. Для у меня, я недавно так попробовала эту фирму, она у меня хорошо так зашла, прям очень быстро рубашки там продавались у меня за $23, за $25 и так далее. И нашла я одну рубашку от фирмы Untucked, она мне стоила примерно $8, 6-8 долларов. Я бы ее взяла, но она была прям, чувствовала, что она, знаете, какая-то старая, прям вот поношенная. Вот трогаю, вот я беру материал, трогаю, я знаю, что чувствуется вот, вот, например, допустим, как новая, вот прям материал. А то берешь, трогаешь и чувствуешь, она прям проношенная, просто проношенная. Настолько ее уже износили, настолько она старая, поэтому я ее оставила. Зачем я буду с ней связываться и продавать людям какую-то изношенную, поношенную вещь? То есть я собираю вещи, которые я подбираю, я хочу, чтобы они были в хорошем состоянии, чтобы они были, знаете, как новые, либо в хорошем состоянии, для того, чтобы перепродать людям, а не того, чтобы какую-то тряпку рваную нашел и продал, да? Нет, такое, конечно же, пытаюсь я не делать, но если, конечно же, тряпка будет от фирмы Chanel, тогда возможно. Вот, а так простую какую-то тряпку, знаете, от Tommy Bahama или от фирмы Untucked, то, конечно же, нет. Это розочка. Мне пришлось ее разбудить. Разбудить пришлось Роску, чтобы она вам передала привет. Да, Роска? Что ты дрыхнешь? Ты дрыхнешь? Мы прошлой неделе с Роской ездили к ветеринару, потому что у нее была очень сильная аллергия. Да, Роска? Все было здесь красное, в пятнах. Она себя начесывала. Я на прошлой неделе заезжала в магазин Aldi и купила их любимую еду. А кто же знал, что у Роски на эту еду поднимется аллергия? И в воскресенье мы с Роской на прошлой неделе где были? У доктора. Ну, хорошо, что доктор нам дал лекарства. Все у нее прошло. И все с Роской в порядке. Да, Роска? Да? Да, Роска? Сонная какая. Сейчас я вам Аби еще принесу. Аби принесу вам привет передать. А это Аби. Это у нас Аби, тоже пришла передать привет. Что ты так ножку держишь? Привет передавай, Аби. Видите, как они быстро обрастают? Если вы помните, то я, наверное, месяца два назад, какой два, может быть, меньше, я возила их, постригали, приводили в порядок. Посмотрите, как они обрастают, как они быстро обрастают. Да? Уже снова нужно ехать и подбривать вас. Ладно, все. Будем с вами прощаться. Спасибо большое вам за внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.